Ночной патруль на дорогах Нарьян-Мара. Полицейские провели очередную массовую проверку водителей, чтобы поймать с поличным пьяных лихачей. Подозрительные машины сотрудники ДПС чаще останавливали вечером или ночью. Именно в это время водители любят садиться за руль под градусом. Это вы, пьяненькие, садитесь за руль? Не-не-не. Это не мы, это там ребята ехали до этого, они, да. А вы пьяные ехали за рулем? Мы нет, у меня нет. Инспекторами выявлено 4 правонарушения. Из них 2 водителя привлечены к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель управлял автомобилем, не имея права управления. А также один факт передачи лицу транспорта, который не имел права управления. А вот во время другой акции под названием «Внимание, дети!» сотрудники полиции зафиксировали 16 правонарушений. В основном они связаны с отсутствием в машине детских кресел. Маленьких пассажиров перевозили наравне со взрослыми. Некоторые водители своих детей даже не пристегивают ремнем безопасности. Все нарушители понесут ту или иную ответственность.